Казанские вузы стремительно набирают популярность по России, и, пожалуй, уже традиционно огромный интерес у абитуриентов вызывает Казанский федеральный университет, о чем наглядно свидетельствует пятая позиция в рейтинге Яндекса по поисковой популярности российских вузов. Закреплять свои позиции в известных рейтингах, в принципе, для КФУ обычное дело. Например, совсем недавно был обновлен авторитетный рейтинг британского издания Times Higher Education, где Альма-Матер впервые продвинула в рейтинг направлению искусства и гуманитарной науки и заняла позицию 201-250. Очень правильно была выбрана нишевая специализация, фокусировка именно вот там, где, скажем, в актуальной мировой повестке происходит дискуссия по актуальным направлениям развития. То есть надо сказать, что Радиф Ривкатович, его коллектив, они сработали в этой части очень эффективно. Несмотря на неисчислимое количество достижений, все-таки каждый из них достается Казанскому федеральному лишь благодаря неподдельному труду. Чтобы закрепить свои позиции в направлении искусства и гуманитарной науки, КФУ поработал над индикаторами эффективности по пяти направлениям: среда обучения, исследования, цитирование, международное взаимодействие и доход от производственной деятельности. То есть у нас есть дорожная карта, и мы ритмично стараемся ее выполнять. То есть в правильных ли журналах это публикуемся, насколько актуальны те проблемы, которые мы решаем, насколько они интересны мировым ученым. Вот эти задачи позволяют нам это все хорошо отслеживать. Немаловажно и то, что при составлении рейтинга искусства и гуманитарной науки университет продемонстрировал как минимум 250 публикаций в данной научной области за последние 5 лет. Как известно, результаты плодотворной работы никогда не заставляют себя долго ждать, о чем и заявляют громкие результаты старейшего вуза нашей страны. Адель Шемилова, Владислав Михневский, Универньюз.